Необходимо усилить роль женщин в преодолении конфликта на Донбассе. Накануне это обсуждали в Киеве на саммите «Женщины. Мир. Безопасность». Среди более чем 600 гостей – украинские иностранные политики, общественные активисты, руководители международных организаций. Говорили и о том, как защитить права беженцев, усилить роль государства в гуманитарной помощи и не допустить новые конфликты в обществе. Наша главная сегодня задача – это в одном месте объединить, сплотить. И идея, которая здесь родилась, создание платформы, рабочей платформы по примирению в Украине, я считаю, это самое важное. Вовлечь в работу самых авторитетных сегодня, мудрых, умных людей, как разных политиков, так и важных общественных деятелей, с одной целью – наш внутренний мирный план примирения и выхода к миру в нашей стране. И вот в этом я вижу сегодня и возможности, и важнейшую роль женщин. Є лише три ключі до миру в країні. Є лише три ключі соціалізації тих людей, які побігли з території, де палає вогнище, на територію, де є перспектива Європи. Переселенці, їх сьогодні 1,5 мільйона громадян. Три. Перше – заробітна платня і її достойний адекватний рівень. Друге – пенсія і її достойний адекватний рівень. Третє – нові робочі місця і збереження наявних робочих місць.